Так. Блестит он у меня или не блестит? В общем, зато я блещу. Микрофон на месте. Начнем репортаж. Сегодня у меня будет тема распаковка. Я уже была начала, потом осознала, что у меня она заклеена. Вот я сейчас чуть-чуть расклеила. И буду вытаскивать Men's Signature Collection. Вот. Это коллекция ароматов, подписей, так сказать, от Даны. Насколько я понимаю, вот Дана написано. И это такой же набор, полностью запечатанный. И за давностью лет, представляете, кое-какие ароматы выпарились полностью. То есть они запечатаны полностью, и тем не менее запах стоит во всю Ивановскую, если честно. Это мы откидываем. Это вот как с прошлым набором. Я, кстати, купила второй. Точно так же мне было так трудно открывать. И тоже они там наполовину наполнены. Вот этот тоже Журмуа, который мне очень понравился. Я из-за этого и купила. Ну, из-за табу тоже. Это табу у меня теперь уже, наверное, сколько, четвертая или пятая штучка будет табу. Представляете, только я сказала, что мне нужно много, бац, и как-то Бог мне дает этот табу в таком огромном количестве. Теперь, что у нас здесь? British Sterling, English Leather, Canoe, то есть это каноэ, и Navy for Men. То есть если здесь был у нас Navy for Women, то есть женская Navy, вот она. Она мне, кстати, очень понравилась, синенькая. Сейчас будем пробовать Navy for Men, но я хочу попробовать British Sterling сначала. То есть британский стерлинг. То есть фунт стерлингов. Ой. Ой. Так трудно? Когда все делаешь вот без подготовки, так сказать. Вот вживую называется. Вот здесь вот такая зелененькая приятная жидкость. Посмотрим. Ой, какая зелень. Прелесть. Это какой-то мужской одеколон прошлых лет. Вот прям я бы сравнила с каким-то французским. Хотя написано английский стерлинг. То есть это аромат тех лет. Просто кайф. Просто кайф. Я вот думаю, может быть, мне начинать собирать мужские вот такие вот миниатюрки. Потому что как бы и знаешь о них, и не надо сильно много там. Зачем тебе 100 миллилитров, да? Так, что там с британским стерлингом? British Sterling. Колон от British Sterling. То есть и компания называется так, и сам этот парфюм, колон. Значит, он древесный, теплый, пряный, свежий, мшистый. Вот, мох здесь это оно. Пудровый, цитрусовый, кожаный, землистый, мускусный, коричный. О, здесь еще и корица есть. Кайф. Какой-то намек сладости есть, да. Аромат принадлежит к группе фужерная, что я обожаю для мужчин. British Sterling выпущен в 1965 году, представляете? Еще даже за 2 года раньше, чем я выпущена была в эту жизнь. Верхняя нота цитрусы, средние ноты мускатный орех, кожа пряности, корица, кедр, базовые ноты, дубовый мох, мускус, амбра и сандал. Кстати, вот мускатный орех довольно-таки редкое явление для мужчин. Дубовый мох есть. В те времена дубовый мох рулил вовсю. Ну, просто кайф, обожаю. Я, может быть, даже потом попробую на себе. Это одно. Так. Теперь. Что у нас еще остается? English leather, английская кожа. Кстати, здесь несколько вариантов есть английской кожи.
Надо было мне подготовиться. Господи, там вертолет летит. Здесь я не могу открыть. Вытащила таки. Значит, английская кожа, Cologne Splash. Так, давайте понюхаем. Ой, это напоминает что-то из коллекции у моего отца были такие вот одеколоны. Прекрасный. Здесь он свежий такой, как цитрусовый. У меня, кстати, есть коллекционный старый-престарый древний аромат Леонард. То есть этой очень известной фирмы Леонард, о которой сейчас никто не говорит. Так вот, у меня есть аромат Леонард Фрачи для мужчин в таком рифленом бутылечке, такой кайф, просто бутылек сам себе, по себе произведение искусства. А этот пряный такой вот, с другой стороны, вот цитрусы и кожа. Кожа не вот настоящая кожа настоящих лет, да, а в прошлом. То есть кожа такой сиденья автомобиля. Так, классно, прелесть. Выпущен в 1949 году, на минуточку. То есть первая версия была. Верхний нот бергамот, лимон, лаванда, розмарин, апельсин. Средние ноты, мед, обожаю мед. Тем более еще в мужских ароматах, так это вообще редкость. Не говоря, что это снятость, но... Мед, ирис, роза, базовые ноты, кожа, мускус, кедр, ветивер, бобы тонка. Прелесть. Мне даже хочется нанести, конечно, из-за меда. Прелесть. Вот как будто вот, если я так воспринимаю это, сухое что-то такое, древесно-кожано-сладкое. То есть даже не сладкое, а вот горечно-сладкое, такой как горький мед, что-то в этом духе. Кстати, просят за него очень много. Я аж удивилась. Даже не буду говорить пока. Я должна поизучать эту историю. Спасти рядового. 10 почти забытых ароматов. И вот это опять же Сергей Борисов упомянул об этом аромате. И они там рассуждают вот именно про английскую кожу. Мы идем дальше. Кстати, вот это вот как крышечка. Это как, по-моему, как настоящее дерево. То есть это легкое, но в то же время выглядит как полированное дерево. Если, кстати, немножко есть такого полированного намека. Так. For men. Сейчас откроем Navy, вот это, Navy for Men. Ой. Однако, трудно извлекать, потому что они так, нужно силу иметь, не дюжинную, или дюжую, или как это, короче, дюжую. Вот такая вот у нас вещичка. О, это свеженькая. Но мне кажется, это не оно, потому что там во фрагрантике написано Navy for Men, и он такой вот в синеньком колпачке с имитацией на дракар. Но я думаю, что это не оно. Сейчас я посмотрю. Ой, у Даны, оказывается, 52 аромата. Представляете? Navy for Men. Ну-ка, подождите. Подождите. Я извиняюсь, что я прям на ходу, но просто не будет больше времени так сидеть, болтать. Я просто хочу сказать, что это, скорее всего, другой имидж, а тема та же. Потому что другого я варианта не вижу. И вот эта вот Navy, она фужерная, свежая, лавандовая, травяная, мускусная.
цветочная, кожаная, опять же, и древесная кожа здесь, опять же, рулит. Выпущен в 95-м году. Ноты шалфей, танжерин, водяная лилия. Средние ноты лаванда, можжевельник, герань, мускатный орех. И базовые ноты мускус и кожа. У меня экран почти черный, если честно говоря. Не рассчитала, он уже почти... Сегодня слишком много работал телефон у меня. Ему нужно отдохнуть. И мне, в принципе, тоже. Что же будет? Дело в том, что кану, вот этот каноэ, я уже вам несколько раз рассказывала. У меня есть такой бутылечек, но чуть больше. Тоже от Даны. Но я, если затухнет экран, то я не виновата. Давайте вытащим просто так. Ой-ой. Вот, этот легко вышел, так сказать. О, а здесь как будто вот куклы. Вот эти вот Барби или куклы вот такие пластиковые. Из моего детства, представляете? Вообще я не ожидала такого запаха. Такой интересный. В прошлом, когда я кану нюхала, у меня был афтершейв, то есть после бритья, да? Мне кажется, я даже кому-то подарила после бритья. А, в общем, своему, как это, брату моего мужа подарила. Или другому брату. Ну, в общем, факт то, что подарила. Здесь вот есть шалфей, и лаванда, и можжевельник. Можжевельник, кстати, тоже хорошая нота. У меня много чего наберется с можжевельником. С можжевеликом, с можжевельником. Просто прелестная вещичка. Я даже не знаю, что из них лучше, но мне почему-то больше всего прельстил вот этот аромат и британский стерлинг, British Sterling и English Leather. Вот эти два прям фавориты из этой коробочки. Хотя они все хороши. Эти каноэ, даже в них, о каноэ есть статья во Фрагрантике, почитайте. По-моему, опять же, Сергей Борисов писал про нее. И Неви, это можно, в принципе, даже сейчас пользоваться спокойно. Он как бы современный, классный и так далее. В общем, такая у нас распаковочка получилась. Если кто-то в США, обратите внимание, этот коллекшн называется Men's Signature Collection. Authentic and Original. Автентичный, то есть настоящий и оригинальный. А я с вами прощаюсь, вернее, говорю вам до свидания. С вами была Silver Butterfly, серебряная бабочка. С ароматами классики для мужчин. Ну и, может быть, даже для женщин. Пока-пока, я полетела. Всего самого-самого хорошего.